Здравствуйте, мы на выставке CPM 2019. Людмила, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию, производство, чем занимаетесь? Здравствуйте, мы компания Frog. Мы корейская компания с главным офисом в Корее, но со своим собственным производством в Китае. Вот мы производим в основном шарфы, а также одежду, занимаемся печатью на тканях. А почему у вас производство в Китае? Как-то неожиданно. В какой-то момент наш босс решил, что перспективы в Китае, и решил построить там завод. Поэтому да, основное производство сейчас в Китае. А почему именно платки? Расскажите, сейчас тренд на платки у вас, он набирает популярность, правильно? Платки всегда в тренде. Наш завод начинал с производства именно шелковых платков, вот, но постепенно расширили ассортимент. Сейчас мы делаем платки практически из всего. И полиэстер, и вискоза, и модал, все, что захотите. А что планируете в будущем сезоне? Чем хотите нас удивить? Ну, как обычно, это новые ткани, на самом деле. Всегда любые бренды, они находятся в поиске новых тканей, новых узоров. Да, мы также, у нас есть своя дизайн-студия, и мы предлагаем свои дизайны тоже. Спасибо большое, Людмила. Удачи вам в бизнесе.